1703 году, 13 января, при Петре I вышла первая российская газета «Ведомости». С тех пор прошло более 300 лет, но печатные СМИ по-прежнему актуальны. И сегодня мы пришли в гости к нашим коллегам в редакцию газеты «Одинцовская неделя», чтобы поздравить их с профессиональным праздником и узнать, чем живут печатные СМИ сегодня. В редакции кипит работа. Готовится новый номер газеты. Корреспондент Лера Баранцева пришла на стажировку в «Одинцовскую неделю» еще студенткой 10 лет назад. С детства обожала читать и всегда мечтала писать рассказы. Когда я совсем маленькая там была, там 9-10 лет, я хотела тоже книги писать, соответственно, вот. Но у меня проблема такая, что на долгие дистанции вот мне не хватало, да, всегда. Ну, я тогда не знала, что есть короткий рассказ, да, соответственно, вот. Так что это вот, ну, это для меня поэтому подходящий формат, что вот, когда эмоции свежие, впечатления свежие, когда не перегоришь. А впечатлений здесь действительно хватает. Газета освещает все события Одинцовского округа и не только. Новости собираются, обрабатываются, дополняются фотографиями и формируются в еженедельный выпуск. Они создаются в InDesign, верстаются, затем распечатываются на принтере. И корректор считает полосы. То есть вот здесь вот какие-то правки, да, это уже вносит корректор. Корректор, чтобы не было ни грамматических ошибок, ни каких-то других, правильно? Процесс кропотливый и трудоемкий. После типографии новости разлетаются по всем уголкам Одинцовского округа. Так происходит вот уже 19 лет. У нас первый номер газеты вышел в 2003 году. Вот он. В мае, да, ко Дню Победы. 8 мая был первый выпуск. Да. Все начиналось с 10 тысяч экземпляров. Сегодня выходит 100. В минувшем году круглую дату отметила самое старое печатное издание нашего округа – газета «Новые рубежи». На протяжении целого века она ведет летопись нашего края. Печатная история будет продолжаться. Ведь даже в наш электронный век есть люди, которые хотят взять в руки настоящую бумажную газету. И таких читателей становится все больше. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».